Всенародное событие ученики 4-й школы отметили стихами, песнями и танцами о космосе. Ребята провели свой концерт с чувством благодарности и уважения к тем людям, которые стояли у истоков освоения космоса. Но главным героем праздника был, конечно же, Юрий Гагарин. Про первого космонавта ребята рассказали много интересных фактов, вспомнили историю его полета на корабле «Восток-1» и узнали легендарный позывной Гагарина «Я кедр». Я слушал голос человека, пролетавшего над океанами и материками. И люди в разных странах повторяли: «Гагарин, Юрий, СССР». Радиоэфир, который прозвучал в далеком 1961 году, из каждого приемника смогли услышать и десногорские школьники. Юрий Левитан передал сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Прозвучало оно 58 лет назад, в 10 часов 2 минуты. Исторические факты на концерте ребята чередовали со своими яркими, как звезды, выступлениями. Готовились к празднику ребята со всей ответственностью. Прочитать серьезные стихи о космосе без единой заминки – это их дань уважения историческому событию. Надо было хорошо отработать дикция, должна была быть четкая, правильно проговорить все, не перепутать ничего, выучить. Поэтому очень много сил было во все это вложено. И как говорят сами ребята, еще на репетициях они узнали много нового и интересного. А уже на сцене новой информации удалось поделиться и со зрителями. По мнению самих учеников, такие праздники обязательно нужно устраивать, чтобы знать и помнить значимые для всего мира события. Все, вот, кто сейчас в школу приходит, первые, там, начальные классы, они этого могут не знать, и для них это получается новая информация. У них это все перерабатывается, получается, что они больше знают и могут писать разные тесты, и это им пригодится. Мне все понравилось, мои друзья молодцы, устроили хороший концерт. И как сказал сам Юрий Гагарин, помните, друзья, что путь в космос начинается здесь, на Земле. Он пролегает через хорошее сочинение по литературе, через отличную контрольную по математике. И завтра ученики 4-й школы, возможно, после этих слов, еще с большим усердием продолжат учебу. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.